Пока останусь тут. Вдруг найду, что еще. Суэт. Взять, гуапо! Ко мне, гуапо! Ну, здравствуй! Просыпаю! Грация. Что здесь? Да надо. Помоги! Диос мио. Грация. Спасибо. Хосе, чудовище. Я боялся, что эй, больше полегче. Не увижу твоих детей. Кафе просто... Что за... Приходи на шаг! Бежи! Эспада. Хосе использовал этот бункер как пыточную. Здесь были изгои, но я их освободил. Энфермо Ментали. И чему я удивляюсь? Молодец, Дани. Я узнала, где работает ученый. Тот сингал, которого мы видели. Его лаборатория в Ревниле. Встретимся там. Окей. А ты объяснишь, наконец, что происходит? Ты все узнаешь в свое время. О, мне... Huh?
Гоп, а ты доберешься сам. Ты мне, Дани. Я скоро буду. Thank you.
Эта мразь не шутки шутит. Смотрим в оба. Нет патронов!
зови. Вперед, за прикрой! Бежим, бежим! Yeah.
авиация! Отвали от меня! Чтоб меня, мерда! Да уж. Выглядишь хреново, Эрмониту. Эрмониту? Так мы охотились за твоим братом? А ты еще кто? Почему не сказала? Алехандро, пошли. Пора домой. Бета паль карахо. Алехандро, суй. Que es lo que te pasa? Suéltame. Какого хрена? Я никуда не пойду. Я уже говорил тебе и скажу еще раз. Я верю в Кастильо. Я верю в Вивира и Хосе. Он проницательный. Наполеон Эль Пекеньо, эксплуататор и гребаный псих. А сама похитить меня хочет. Ты сменил имя, надел другую форму, но ты по-прежнему Монтеро. А у папы все еще шило в жопе. И ты носишься по джунглям, как в детстве. Убиваешь людей и зовешь себя как там? Пика? Нет, меч. Умно. Что, хочешь меня зарезать? Папа болен. Мне плевать. Папа махнул на меня рукой, ты это знаешь. Семья — это сложно, да? Похоже на то. Разделимся. И ничего не говори отцу.